Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и я продолжаю играть в игру Blair Witch, что переводится как «Ведьма из Блэр». Поехали! Итак, чего мне ничего не дают делать? Удерживайте RB и выберите фонарик. Так я это уже делал, друзья. Вкратце, в прошлой серии мы выбрались в лес, чтобы найти этого парня. Но пёсель вывел меня к какому-то лагерю и очень жуткому дереву, возле которого я, так понимаю, вырубился. Так, ну а до камеры я так и не добрался, да, я не посмотрел. Или посмотрел, но... Блин, как здесь жутко-то. Посмотрел и вырубился. Может быть так? Да чего, жуткое дерево. Давайте-ка посмотрим, что здесь в лагере еще есть, чтобы еще раз не вырубиться. Понятно. Чего? Инструкция по выживанию, отлично. Сначала ведьмы и проклятия, а теперь что? Здесь завелся командос. Ну, больше похоже на охотника, что ли? Или очередной квест на выживание, что ли? Выглядит потрепанный, но относительно новый. Вряд ли ее мог поставить девятилетка. Значит, тут определенно кто-то есть. Так, ну, не надо вдаваться в панику, мы просто... В темноте ночью бродим по лесу. Я-то помню путь, я пришел оттуда. Так, чего еще интересного здесь есть? А это что? Опять эта штуковина? Нет, это другая. Похоже, у кого-то слишком много свободного времени. Ну ладно. Вообще, в принципе, в фильме все так и начиналось. Какие-то глупые, странные знаки вокруг. Ничего же нового не появилось. Это, я так понимаю, костер был. Я имею в виду, в фильме вокруг были расставлены всякие знаки, которые они обращали внимание. Так, ну давай уже посмотрим, что с этой камерой. И как она здесь оказалась? Ну, камера как камера, обычная. 96-го года. Внутри осталась пленка. Что ж, посмотрим, что на ней. Ну так включай. Красные кассеты позволяют управлять реальностью. Обращайте внимание на окружение и предметы как вокруг вас, так и на видео. Перематывайте видео, чтобы изменить их состояние и положение. Ни черта не понятно, но очень интересно. А, вот и костер. Это что, мальчик? Действительно. А, окей. Полицейская машинка. Чего? Так, подожди. А, это пауза. РТ это чуть-чуть промотать. И зачем мне это можно делать, я не понимаю. Может быть, что-то увидеть? Типа какой-то кадр поймать? Так, а вверх-вниз это что такое? Непонятно. Ну, а, погоди, смотри. Сзади, слева мигает. Это что, прикол какой-то? Нифига себе, видели? То есть я могу на паузу поставить и выйти? Реально? В смысле? Какого хрена? Это секунду назад этого здесь не было, правда? Блин, это... Как оно работает, прикольно. А где пацан тогда? Он здесь, получается, сидел, и кто-то там появился. Вот здесь. Так, ну, ладно, окей, полицейская машинка. Эта пленка, неужели она... Нет, не может быть, соберись... Элис, либо тебя конкретно прет, товарищ, либо... Наверное, это Питера. Может, Буллет унюхает след? А, Буллет? Ну-ка, иди сюда. Либо, короче, тебя очень сильно прет. Ты знаешь, что делать, малыш, совсем как на тренировке. Хороший мальчик. Ты был бы отличным полицейским псом, если бы я не успел прочитать. Так, а что у нас с похлебкой? Внутри остатки еды, не больше пары дней. Окей. Ой, какой ты стрёмный в этой темноте. Короче, либо у тебя какие-то спецспособности, что ты можешь перематывать пленку и... Ну, в фильме такого точно не было. Ого, чего это? Нет, это просто блики. Блин, ну это жутковато. Идти куда-то в темень. Да чего здесь стрёмно-то? Ты посмотри, какой лес жуткий. Окей. Пёсель, ты главное не уходи далеко, ладно? Мне так-то стрёмно. Ну, пока ничего страшного нет. Слушай, может связаться с кем-нибудь по рации? Ты чего, не хочешь взять рацию? Эй! Элис, базе! Элис, базе, меня слышно?
Связь не ловит. Отлично, блин. Давай по телефону позвоним. Давай попробуем позвонить. Нет сигнала, прекрасно. Окей, те, кто не звонил, Джесс. Ну, с Джесс-то мы говорили, смс-ки, это я помню. Блин, хреново, что нет сигнала. Можно было бы связаться. Ну, я типа уверенный в себе коп, я как бы ничего не боюсь. Паранормальщина, это такое. Чего там? В смысле? А? Чё это висит? Чё это за звуки? Кто это делает? Кто делает эти странные... Пш... Уничтожить? Это место поклонения или предупреждения? А... Я не хотел. О, Ольга? Что это значит? Что значат эти снимки, непонятно. А, окей, но я взял его. Блин, надеюсь... Я никого не обидел, ребят. Ну, в плане того, что, может, кто-то за мной наблюдал, и я такой хлоп, смял. Я, короче, ну, сорян, я пошел по своим делам, ладно? Блин, ну, атмосфера реально пугающая. Не знаю, как там на видео, но здесь, в темной комнате, это жутко, блин. Как бы очень погружает в атмосферу. Что там, пёсель? Ты что-то еще нашел? А, нет, это просто веточка, я уже вглядываюсь просто в лес. Блин, как все притихло. Как правило, после такого будет какой-нибудь замес. Чего там? Чего там вдалеке? А, туман какой-то. Блин, да чего тихо? Ненавижу. Надеюсь, за мной никто там не подсматривает. Блин, ребят, ну это уже жутко становится. Это не бродить по светлому желтому лесу, красивому. Ну, главное, что со мной пёсель. Держишь след, мальчик? Элис. Это я, Ленинг, ответь, отлично. Отвечаем. Я слушаю. Ты слушаешь? Твою мать, Элис, я несколько часов пытаюсь с тобой связаться. Сначала этот пацан, а теперь ты. Я только и делаю, что бегаю за каждым, кто заходит в этот проклятый лес. Где тебя черти носят? Мы спустились в ущелье, пошли на севере, вышли к чему-то там. Погоди, что? Мы были в том районе и не видели никакого лагеря. Новую кепку Питера проглядели. Послушайте, мы опять идем по следу, двигаемся на север. Ради всего святого, Элис, хватит строить из себя героя. Сядь и дождись, пока мы тебя не найдем. Эммит, просто идите к лагерю, от него на север. Я поищу какой-нибудь ориентир, чтобы дать вам... чтобы вам помочь. Элис. Буду держать вас в курсе, конец связи. Блин, ребята, надеюсь, вы знаете, где я. Чего? Ну, ты меня ведешь, так веди. А... Тут определенно кто-то есть. Песель, ты, надеюсь, никого не это? Точнее, ты увидишь сразу, если кто-то будет бегать за нами. А то это как-то уже становится... страшновато. А, может, пойдем отсюда? Чё-то мне как-то не очень уютно здесь. Ого, какая скала большая. А, вода. О, отлично. Ты нашел озеро? Что там? Он здесь был? Окей, наверное, мы идем по правильному пути. А... Что случилось, малыш? Что-то не так? В смысле? Слышали? Блин, тут явно кто-то есть. Явно кто-то за нами следит. Прям как в фильме. Не знаю, слышите вы эти маленькие звуки или нет. Ну, может быть, кто-то в наушниках слушает, но в наушниках это просто жесть. Это место поклонения или предупреждения? Ну, окей. Спокойно, мальчик. Артур. О, это же человек в углу комнаты. Такая ерунда была в фильме в самом конце, когда один из них был найден в подвале, по-моему. И он стоял в углу комнаты и смотрел в угол. А потом произошло что-то страшное. А вообще, по легенде, там был какой-то чувак, который типа
типа проникся ведьмой и, ну, веди. И приводил туда детей и ставил одного в угол, чтобы он не смотрел, и убивал другого, а потом убивал этого первого. Чё там? Там кто-то плохой? Буллет, что случилось? А... Что это? Свети, мать твою! В натуре свети! Что это за черная хрень? Что это, Буллет? Ты тоже это видишь? А... Блин, ну давай подойдем, я не знаю, может быть у тебя опять глюки? Что это вообще? Оно шевелится. Блин, как-то оно нереалистично смотрится. Наверное, все-таки это твои фантазии. Чего там? А? Элис? Это был восклицательный знак просто. Соберись, Элис, это просто дерево. А, да? А тогда это что, дружище? Дерево, блин. Элис, базе, я рядом с сухим белым деревом. Во-первых, я... Офигеть, он нашел дерево. В лесу, шериф, это издевательство. Я пришел искать ребенка, и не этого недоумка. А, не понял. Что это за место? Хватит, Спенсер. Точно хватит, я пошел домой. И там что-то, смотри-ка. Элис, докладывай, если что, конец связи. Ну, я нашел какую-то постройку, что ли. Блин, какое жуткое дерево. Так, ну давайте изучим это место. Давай, Буллет меня туда ведет, значит, там что-то есть. А чего там так светится хорошо? База Элису, кажется, мы нашли ущелье, о котором ты говорил. У тебя есть новости? Ну, я рядом с какой-то постройкой. База Элису, прием. Да-да-да, я здесь. Да, кстати, вы слышали, что... чтобы кто-то что-то тут строил? Например? Ну, как бункер, что ли? Тут какая-то арматура, может, закладывали фундамент или рыли окопы? Окопы? В этих местах не было военных действий со времен гражданской войны, Элис, ты уверен? Ну, я стою рядом с бункером. Леннинг, я знаю, что я вижу. Ладно, ладно, просто мы поищем лагерь, а потом эти окопы или что там такое, конец связи. Окей, друзья. Мне вообще стоит туда идти? Или ну его нахер? Может быть, это начало Сталкера 2? А я иду к Сидоровичу. Ладно, песель, веди. Веди, ты, наверное, учуял след, поэтому пойдем туда, куда ты ведешь меня. Я не хочу идти туда. А там что такое? А... Да блин, хватит меня шорохами пугать. Мне нравится, эта игра постепенно погружает в атмосферу какого-то ужаса, что ли. Ну, то есть они не пугают сразу? А, тачка? А тачка-то что здесь делает? Ну ладно, это можно объяснить, но бункер... Там еще что-то? Ладно, туда я поднимусь чуть-чуть попозже, давайте посмотрим, что с тачкой. Ага. Да уж, я не ожидал найти в лесу. Да уж, говорит, я не это ожидал найти в лесу. Хотя арматуру я тоже не ожидал найти. Но эта машина явно тут давно. Что такое? Опять что-то нашел. Конфетная обертка, серьезно, Буллет, ты способен на большее. Ну, вообще, это могла быть конфета ребенка. Ну-ка, давай поищи что-нибудь еще. Может быть, ребенка найдешь? Молодец, иди по следу. Окей. Так, ну, в принципе... Подожди. Вот тут что-то похожее на палатку. Или мне кажется? Нет, это просто камни. Так, ну я примерно оттуда пришел, мне кажется. Что такое? Где? Где песель? Что там? Ты еще что-то нашел? Кассета? Молодец, дружище. Так гораздо лучше. Слушай, неплохо. Давай посмотрим. А, след из хлебных крошек. Чего? Что это пролетело? Подожди. Это просто ветка упала? Ну окей. Падает дерево. А пацаненок идет к шахтам. Стоп, это же Питер.
Думал, я не замечу Питер. А, окей, значит, он возле шахт. И мне надо найти вот эту штуку. Элис базе. Питер не убежал, его похитили. Я нашел пленку. На ней мужчина, который это сделал. Что? Откуда? Какая пленка? В лесу? Элис, ты не шутишь? Нет, не шучу. Пленка из тех, которые заставляют вещи появляться. Нет времени, Лэннинг. Надо искать ребенка, он в большой опасности. Элис, даже если это правда, я не могу отпустить тебя одного. У нас нет выбора. Слушайте, я не буду делать глупости. Я просто найду его и дождусь вас. Конец связи. Нет, Элис, подожди, черт тебя побери. Блин, друг, я с ним абсолютно согласен. Может, не стоит туда идти? Видео снято в окопах, которые мы проходили. Идем, Буллит, посмотрим, что там. Вообще, тут я полностью согласен с шерифом, друг. Но может, нам не стоит ломиться туда вдвоем с Пёселем? Эй, Пёсель, пойдем. А, блин, эти маленькие пугающие шумы начинают пугать, как бы это ни звучало. Вот и камень. То есть они проходили здесь и, наверное, пошли вниз. Видео сняли где-то здесь. Это что, мячик? Есть! Показать Буллиту. Буллит? Ко мне! Давай, включай свой нюх. Вперед, мальчик. Питер в опасности, и только мы можем ему помочь. Он сейчас поведет вниз, блин. Вот так, показывай дорогу. А как же подвал? Я думал, они пошли туда. Нет? Ну, хорошо. Слава богу, что мы не пойдем туда. Что там? Ну, мы оттуда и пришли, но... Смысл нам туда-сюда бегать? Блин, пока это просто звуки, пока ничего страшного не происходит. И, надеюсь, не произойдет. Что? Где? Куда? Сюда? Блин, надеюсь, здесь не будет никаких скримеров. Я их не люблю. А вот атмосфера здесь прям нагружает ужасом. Блин, как же тихо, а? Когда уже светло будет? Там что-то впереди, или мне кажется? Не, наверное, я уже... подглючиваю, и там что-то светится. Буллит, мы что, ходим по кругу? Подожди. А... Но она не может быть здесь? Окей. Пойдем туда. Давай, Буллит, веди. Что, мы зря идем? Блин, надеюсь, поисковый отряд скоро присоединится ко мне. Я тебя не вижу, Пёсель. Ты где? Буллит? Да где ты? You, ты где, дружище? Да блин, заколебал носиться, ты где? Я тебя не вижу. On, boy, ну же, мальчик, you. Не заставляй меня за тобой бегать. Bullet, да заколебал ты где? А. Что происходит? Пёсель, Bullet. Ну-ка ко мне. Блин, парень, ты меня пугаешь. Вот он. Да, это он. Фух, я думал, там кто-то еще. Что там? Ты что-то увидел? А, в смысле? Что там за тварь? Ты тоже ее видишь? Буллит, давай просто уйдем отсюда. Или надо все-таки подойти? Блин, я не хочу. И я не хочу, друзья. Может, туда и не надо идти? Ах ты, блин, твою мать! Что это за хрень? Фух, спасибо за скримеры, блин, я думал закончить эту серию попроще. Что, он там? Он где-то там, да? Да, где? Что? В смысле? Что это было? Да где он? А, следите за поведением Буллита, если он рычит, то во тьме скрывается опасность. В бою не отходите от него далеко, он поможет обнаружить противников, но в одиночку он уязвим. Так мы еще и драться можем. А, блин, дайте мне пистолет, у меня же есть пистолет, я же полицейский. Где он? Блин, Пёсель, кто это был? Фух, кассета. Ну, давай посмотрим. Синяя кассета. Она отличается, видимо. Опасность. Они думают, я не знаю. Но я вижу их, я вижу их. Стоит мне их разбудить, как они следуют за мной по пятам, таращатся на меня. Но свет. Свет их отгоняет. Со светом я в безопасности.
Нужно держаться на свету. Окей, я примерно понял смысл. Нам надо светить на них. А здесь я не могу ничего запаузить. Видимо, нет. Окей, надо просто светить, я понял. Ну, пёсель, блин, готовься, будет срач. Там-то что еще? Что там светится, ты видишь? А, блин, кто? Где? Твою Машеньку. Где она? А ну, кто, блин? Где, где? Да где? Ни хрена непонятно. Куда светить-то? Да вот, вот. О-о-о-о. Смотри, смотри, носится. Вот тварь-то. Где, где она? Пёсель, помогай. Пёсель, пойдем на свет быстрее. Ну его нахер. Что это вообще за тварюга? Такого в фильме не было. О-о-о. Где, что? Что ты там увидел? Это вообще что такое? Дорожное полотно. А, я помню, здесь дерево упало. Вот это, по-моему. Нифига, оно здоровое. Что это, малыш? Ну, а... В смысле, откуда здесь железная дорога? Не понял. Она здесь была вообще? Окей. Это дерево выглядит знакомо. Естественно, оно было на кассете. Так, мне, наверное, надо посмотреть ту кассету, да? Давай-ка ему корма дадим. Пёсель, на! Ты молодец. Ты меня успокаиваешь. Явно он проголодался, он всю ночь с тобой сидел. Так, дай я тебя еще похвалю. Где там любимец? Иди сюда. Кто хороший пёсель? Какой ты красавец! Чьи тут ушки? Молодец. Я думал, мы с ним подружимся, иначе я обосрусь играть один. Блин. Точно, это было на видео. А куда пёсель-то убежал? Пёсель, вернись. Он куда-то в лес умотал. Пёсель, ты где? Если я могу заставить вещи появиться, может получится и заставить их исчезнуть. Ну так-то да, но... У тебя пес только что сбежал куда-то в лес. Он там что-то нашел, походу. Не, мне надо мотать пленку. Я не хочу туда в лес идти. А, где же, где же, где же? След из хлебных крошек? Как-то так? Посмотрим. А, это здесь было? В этой пленке? Да. О, прикол. Смотри, дерево поднялось. Что? Где ты? Тявка, ты где? О, мне кажется, я нашел какой-то мост. Блин, интересно, это вообще сознание этого джентльмена или это реальность? Нифига не понятно. Вот черт. Может, можно? Вот зараза. Так, ну здесь я явно не переберусь. Так ведь? Шериф, база Элису, повторяю, база Элису. А, ну давай ответим. Говорите. Белое дерево, о котором ты рассказывал, я его нашел, оно и правда тут. Окей, значит, его вы нашли. А с чего бы ему там не быть? Ладно, я рядом, так что дождитесь меня, хорошо? Хорошо, только не задерживайся. Вода как-то странно бежит. Выбора у нас особо нет, идем назад. Назад будет. А, где он? Он постоянно мотается туда-сюда, непонятно, куда он убежал. А, ты там что-то нашел или... Ты опять просто туда-сюда бегаешь. Ладно, пойдем, Буллет. Блин, а нам идти сквозь этого падлу, да? Вот стримач. А, ладно. Пойдем записывать контент, приятель. Блин, а куда нам идти-то? И как нам выйти? Я не помню, как идти. Ты помнишь, пёсель? Иди, веди. Ты можешь нас вывести как-то? Так, ну... Наверное, нет. Просто пойдем куда-нибудь в лес. Блин. Что-то я не очень хочу в лес идти. Что там? Ты что-то нашел? Надеюсь, ты нас ведешь на выход. Блин, может, хватит просто бродить по лесу бездельно? Давай-ка присоединимся к группе и будем искать. Да и вообще, ночью бродить — это не самый лучший вариант, мне кажется. По-моему, ты нашел выход. Или нет?
Как-то ты спокойно чересчур идешь. Все нормально? А вот и белое дерево, по-моему. Подожди. Я что, опять с того же самого... Я не понимаю, я же мимо него проходил и опять выхожу к нему же, с той же стороны. Никак не с противоположной. Элис базе, Ленинг, а вы где? Стою под деревом. Ну, я тоже. Что? Мы говорим об одном и том же дереве? Белое, без листьев, увитое черным плющом. Ну, да, но... Бред какой-то, Элис, будь ты неладен. Нельзя было допускать тебя до поисков. Ты хотел взять реванш, я понимаю, и я хотел помочь, но для тебя это... слишком. Ты плохо соображаешь. Не надо говорить со мной как с психом. А что ты хочешь от меня услышать, Элис? Что, у нас все тип-топ? Я пытался себя в этом убедить. Да пошел ты, Эммит, мне не нужна твоя помощь. Я нужен тебе, я единственный в этом проклятом лесу, у кого есть хоть малейший шанс найти ребенка. Эммит? Эммит сбросил. Так, дружище. И что мы будем с этим делать? Опять? Опять начинается. Твою мать, где? Да где? Пёсель. Пёсель, показывай. Там? Я смотрю туда и никого не вижу. Блин. О, смотри, 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 вот она. Бабайка. Да где, где, где? Рядом, рядом. Вот здесь. Вон она. Чё, страшно? Я вас не боюсь. Я сильнее вас. Это, наверное, шериф бегает. Что, он еще где-то? Вот он. Блин, ну это не страшно. Вроде. А, смс-ка. Самое время для смс-ок, отлично. Блин, ну у меня как бы сеть не ловила. Странно. А, нет сигнала. Сообщение. Здесь же нет связи. Здоровье. Чего? Двигаться всегда лучше, чем стоять на месте. Начинаю привыкать, что в происходящем нет смысла. Так, двигаться всегда лучше, чем стоять на месте. У тех, кто не двигается, на 99% шанс умереть. Пора пошевеливаться. Блин, звучит как призыв к действию, да? Пёсель. Ну, по-моему, это мои глюки. А что нам делать-то дальше? Давай-ка попробуем связаться еще раз с шерифом и... Эммит, я знаю, что ты там. Ответь, пожалуйста. Нет, шериф не хочет со мной говорить, поэтому... Блин, даже не знаю, пёсель. Ну, ищи. А, нет, нельзя. А, все, искать. Давай, малыш, осмотрись. Может быть, ты меня куда-нибудь выведешь? Ну и? Ничего, да? Блин, ну пойдем, что ли, к арматурам? Не знаю. Куда нам еще-то идти? Назад я не хочу уже идти. Я потому что не понимаю, куда выводит дорога. Она то туда, то сюда ведет. Типа я иду в одну сторону, потом выхожу на то же место, где я был. Может, пойдем спустимся все-таки? Пёсель, ко мне. Я ничего не боюсь. Пойдем. Оставайся здесь, малыш. О-о-о. Это что, бункер? Ну да, это бункер, а что это может быть еще? Здесь есть что-нибудь интересное или нет? Наверное, все-таки здесь. Вряд ли, говорит, мы узнаем. Мне кажется, когда-нибудь мы узнаем, как открыть этот бункер. Немножко не понимаем. Ну ладно, здесь нигде кодового замка нету. Мне кажется, нет. Ладно, значит, нам не сюда. Пойдем наружу. Пёсель, пойдем прогуляемся еще. Может быть, вернуться назад? Я как-то немножко не понимаю, где мы. Вернее, я понимаю, где мы, но куда идти, я не понимаю. Так, я налево выходил. Пойдем к тачке вернемся, что ли? А, в смысле? Это тачка шерифа. Прикол. Погоди-ка, это не... Это машина Ленинга, но откуда? Секунду назад она была разваленной. Эй, шериф, это ты шутишь надо мной? Козел. Так, ну там я увидел записку на тачке с того боку. Ничего больше интересного здесь нет. Поэтому пойдем читать записку.
Эммит, отвечай, я знаю, что ты там. Я нашел твою машину. Ну же, Эммит, поговори со мной. Say the light. Говорить со светом? Что значит? Прочесть свет. Что этот шифр значит? SH03. The light. Окей. Ну, конечно, закрыто. И что бы это значило, ребята? Я не врубаюсь. Эта игра дает слишком много... Скажи, свет. 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 Не работает. Скажи, свет. Можно попробовать сказать в рацию, серьезно? Ну, давай попробуем. Эммит, я знаю, что ты там. Ответь, пожалуйста. Я же в рацию сказал. Ну? А, третий канал, я понял. SH3, это значит третий канал. Свет? Включи свет. What? Что? Фары, включи их. Зачем? Кто это? Hello? Алло? А почему вы говорите нет? Блин, как тебя прёт, приятель. Может быть, ты спишь на самом деле? Фары включить. Ну тут же закрыто. Может быть, с той стороны можно зайти? Пёсель, ты что-то нашел? Эй, где ты их нашел? Ладно, без разницы. Молодец, дружище. Блин, мне нравится этот пёсель. Взял, сам нашел. Сам притащил. Окей, садимся и включаем свет. А почему ему ждать снаружи? Почему бы не сесть в машину? Слушай, а мы можем просто взять и уехать, по сути. Это рапорт? Тот же самый? Еще один пропавший. Теппи Ист Крик Тимбер Компани. Что это значит? Река нарисована. Ну-ка. Офицер Уилсон принял заявление об исчезновении Тодда Маккинана. Пропал 2 недели назад. Поставлял древесину. Поиски не дали результатов. Психических заболеваний не было. Самовольное исчезновение версия. Соседи сообщают, что он часто посещал заброшенную лесопилку в лесу Black Hills. Значит, это все-таки существует? А, окей. Чего у нас еще есть? Это что? Это, наверное, какой-то квест. Мне надо включить фары, да? Панель предохранителей находится под рулем. Окей. А фары, фары, блок передней фары. Давай посмотрим сначала, что я могу сделать. Вставить ключ в зажигание и повернуть, правильно? Это было просто. А теперь включаем фары. Аккумулятор сел. Ну, конечно. Я же сверху нажимаю. Блин. Так, ну и что вы от меня хотите? Я нажимаю сюда, но он... Почему-то не хочет. А где инструкция? Она у меня уже? Окей, вернемся в инструкцию. Записка, блок... Предохранители руководства, вот. И что мне надо понять? Так, предохранители находятся под рулем. Окей, мне надо посмотреть под руль. Как мне посмотреть под руль, я не понимаю. Надо заглянуть под капот, окей. Ну, давай пойдем к аккумулятору. Благо, он открылся легко. Так, аккумулятор у нас здесь. Давай посмотрим, что с ним. Просто одеть клемму и все. Окей. Это было просто. Чего? Так, ну, музыка нам не нужна. Нам нужны только фары. Буллет, подожди. Ни музыка, ни рация. Блин, а капот ты не хотел закрыть бы? О! Ясно, интересная идея, но Джон, у вас... Тра-та-та-та-та. Что-нибудь еще интересное? Так, окей, нам музыка не нужна. Ладно, пускай болтает. А что я могу еще сделать? Прикуриватель нажать, выйти за дверь и включить свет, наверное. А вот и загадка. Что-то наделал Элис. Подожди. Прикол. Со мной только что разговаривала ведущая.
Так, я так полагаю, мне надо переставить соответствующие предохранители на нужные места. Так. 20. Это как пятнашки, что ли? Ну окей. А, так, 25 ампер. Это управление, все правильно. 20 фары. На 8 идет 15. Здесь перегоревшая нам не нужна. Здесь перегоревшая нам не нужна. Так, семерка, надо 20-ку поставить. А, что-то я разошелся, можно было так не делать, да? Включи нам что-нибудь пободрей. Что-то с капотом, да? Он побольше стал, мне кажется. А, ёлки. В смысле? Но как? Ёлочки. Я, конечно, рад, что светло на улице, но... Какого хрена мы делаем здесь посреди вообще другого места? Окей, нам фонарик тогда не нужен. Где я вообще? Непонятно. Блин, приятель, что-то я вообще не врубаюсь. Более, дружище, я уже совсем спятил, да? А, Пюсель? Да, я тоже, говорит, так думаю. Пойдем-ка разбираться. Ну, хоть светло стало, слава богу. Уже не так страшно. Ой-ой-ой, тихо. Надеюсь, ничего страшного здесь меня не ждет. Ну, а на этом на сегодня все, друзья. Нифига не понятно, но очень интересно. Не забудь поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующую серию. И всем до скорого!